90 лет Международная организация гражданской обороны. С какими странами сегодня сотрудничает Россия по делам гражданской обороны? Какие новые цифровые технологии используются в целях осуществления гражданской обороны? Смотрите программу «Город С» 5 марта 18.15. Гость в студии Иван Грабекин, заместитель начальника отдела мероприятий гражданской обороны Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Самарской области.